Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Ram Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Dayal Nitai Shachi Suta Dayal Nitai Jaya Shachi Suta Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Правопада кида. Шиши дел не таша, чесу таки. Джайом Вишнупад Парамаханса Паривраджа Чарья Шатарша Шива Бхактивиданта Сами Правопада кида. Джайом Вишнупад Парамаханса Паривраджа Чарья Шатарша Шатар Шива Бхактивиданта Сарасвати Такур Правопад кида. Гуру Парампара кида. Шад Госвами кида. Намачарья Шила Харидас Такур кида. Премска Хоши, Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Ши Адвайта Гададхар, Шри Васади Гор Бхакта Вринда Киджа, Джай Шри Шри Радха Кришна Гоп Гопинат, Шьяма Кунда Радха Кунда Гири Говардана Киджа.
Риндаван дхам ки джай, Навадвип майпур дхам ки джай, Джаганатхапури пурушоттам кшетра ки джай, Ганга майя, Ямуна майя ки джай, Туласи деви, Бхакти деви ки джай, Харинам санкиртан ягья ки джай, Харе Кришна махамантра ки джай, Грантарач Шримад Бхагаватам ки джай, Храм Шри Шри Рада Мадава ки джай, Печатание, распространение, изучение книг Шрилы Прабхупады ки джай. Слава всем собравшимся преданным. Вся слава всем собравшимся преданным. Вся слава всем собравшимся преданным. Джай Шри Шри Гуру Гауранга, джай Шрилы Прабхупада. Kunjabi Hare Nada Madhava Kunjabi Hare Jarada Madhava Kunjabi Hare Madhava Kunjabi Hare Pichana Vallabha Girvaradare Vallabha Girvaradare Pichana Vallabha Girvaradare Vallabha Girvaradare Yashadananda Navraja Janaranjana Navraja Janaranjana Yashadananda Navraja Janaranjana Raja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachare
Vanacharya Munatira Vanacharya Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Radha Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Намасте и сарасати да гуравани прачарине нирешу и шушмевали прашоти да шатани. Ам намо бхагавате васудевая. Ам намо бхагавате васудевая. Ам намо бхагавате васудевая. Так, сегодня читаем Шримад Бхагаватам, 3-я песня, 24-я глава, 29-й текст. Саева Бхагаван Адья. Саева Бхагаван Адья. Хеланам Наганаяна. Хеланам Наганаяна. Грехешу джато грамьянам. Грехешу джато грамьянам. Ясванам пакшапошанаха. Ясванам пакшапошанаха. Саева Бхагаван Адья.
Эланам наганаянаха. Грехешу джато грамьянам. Ясванам пакшапошанаха. Пожалуйста. Сайва Бхагаванаджа. Сева Бхагаванадьям Наганаянам Грехешу Джато Грамьянам Ясванам Пакша Пошанаха. Матаджи. Эва Бхагаванадьям Иланам Наганаянам Геша Джата Грамьянам Ясванам Пакша Пошанам. Са Эва — этот самый Бхагаван, Господь — Верховная Личность Бога. Адья — сегодня. Эланам — нерадивость. На — не. Ганая — делая разграничение между высоким и низким. На — в наших. Грихешу — домах. Джатаха — появился. Грамьянам — обыкновенных домохозяев. Яха — тот, кто. Сванам — своих преданных. Пакша пошанага — кто поддерживает определенную сторону. Но тот же самый Господь — Верховная Личность Бога, несмотря на нерадивость обыкновенных домохозяев, подобных нам, появляется в наших домах, чтобы поддержать своих преданных. Комментарий Шрилы Прабхупады. Преданные так любят Господа, что Господь, который не торопится предстать перед теми, кто в течение многих жизней занимается йогой в уединенном месте, соглашается появиться в доме грехастхи, где преданные бескорыстно служат Ему и не занимаются материальной практикой йоги. Иначе говоря, метод преданного служения Господу так прост, что даже домохозяин может увидеть Верховного Господа, который становится одним из членов его семьи, например, его сыном, как это было в случае с Кардамой Муни. Кардама был семейным человеком, хотя он и занимался йогой, но, несмотря на это, Капила Муни, воплощение Верховной Личности Бога, стал его сыном. Преданное служение — настолько могущественный трансцендентный метод, что оно превосходит все прочие методы трансцендентного самосознания. Поэтому Господь говорит, что Он живет не на Вайкунтхе и не в сердце йога, а в доме, где чистые преданные Господа неустанно воспевают Его. Одно из имен Верховной Личности Бога – Бхакта Ватсала. Его никогда не называют Гьяни Ватсалы или Йоги Ватсалы.
Но его называют Бхакта-Вацалой, потому что он выделяет своих преданных среди всех других трансценденталистов. В Бхагавад-Гите подтверждается, что только преданный может познать Господа таким, как Он есть. Бхактьямам абиджана ти. Постичь меня можно только в процессе преданного служения и никак иначе. Никакой другой путь познания не является истинным, ибо гьяни, философы и эмпирики способны постичь только сияние, исходящее от тела Верховной Личности Бога. Йоги способны постичь лишь частичное проявление Верховной Личности Бога, а Бхакта не только постигает Господа таким, как Он есть, но и получает возможность лично общаться с Верховной Личностью Бога. Сайва Бхагавана Дхьяна Наганаяна Грехеша Джата Грамьянам Ясанам Бхакшапошанам. Но тот же самый Господь, Верховная Личность Бога, несмотря на нерадивость обыкновенных домохозяев, подобных нам, появляется в наших домах, чтобы поддержать своих преданных. Шиши доял сечесу таки джа. Это, наверное, мой материалистичный менталитет виноват. Это не я виноват, что каждый раз вот читаешь что-нибудь такое духовное, аж за сердце берет. И видишь в нем какие-то совершенно материальные вещи. У меня каждый раз вот так. Тут говорится о таких возвышенных предметах, о рождении Верховной Личности Бога. А мне все видится какие-то там материальные, так сказать, причины. Материальные обстоятельства. Например, возникает вопрос, безбожный совершенно. Хотя здесь Шрила Прабхупада ясно говорит в комментарии, что Господь утверждает, что Он живет не на Вайкунтхе и не в сердце йога, а в доме, где чистые преданные Господа неустанно воспевают Его. Вроде ясно сказано, по какой причине Господь приходит в чей-то дом, потому что там его воспевают. Вроде все ясно. Но у меня возникает вопрос философский. Давайте представим себе такую ситуацию, что в доме чистых преданных, где все принципы соблюдаются, вся садхана там соблюдается, поклонение божествам проводится, 16, ну, пусть не 16, 25, 32 или 64 круга, но, так сказать, все делается как положено. Мантра повторяется, Бхагаватам читается, отношения как бы ведические поддерживаются, там, жена мужу всегда говорит прабху, обращается смиренно и так далее.
Но они настолько погружены в преданное служение, что ребенок, например, голоден, и за ним не ухаживают. Он чувствует себя каким-то заброшенным. Он в поле зрения своих родителей, которые погружены в преданное служение, ребенок не помещается, потому что ну, он источник беспокойства. От него никакая преданская вибрация не исходит. Наоборот, от него только материальные, так сказать, вибрации. Там носится, всех беспокоит, не дает им погружаться в нектар Кришналилы. Так постоянно требует внимания, постоянно отвлекает от чистого преданного служения. Ну, что с ним делать? Ну, естественно, детдом, то есть в гурукулу сдавать. Ну, что еще? Что еще можно с ним поделать? На санкиртану с ним не выйдешь ведь, правда? Какой смысл? Какой смысл? И вот возникает философский вопрос. А в таком доме Господь захочет родиться? Хотя его слава там воспевается постоянно. Вот захочет ли он рисковать, что сейчас с ним будут вести себя вот так, как ведут себя с другим ребенком? Вот с этими 9 дочерями, да, которые родились первыми. Не возникает ощущение, что он посмотрит, а как они ведут себя с этими 9 дочерями? Любят ли они их? Как там ребенок чувствует себя в этом семье, в этой семье? Хочется, захочется ли Господу родиться в такой семье? Если там в ожидании его с этими 9 дочерями, так сказать, дочерьми, никто ну, особо не возится, не любят и, так сказать, не обращаются так, как с ребенком нужно обращаться. Вот у меня лично сомнения по поводу того, захочет ли Господь в такой семье появляться, несмотря на то, что там его слава воспевается. Но это, наверное, ересь. Скорее всего, мне сейчас объяснят. После лекции, да, меня пригласят куда-нибудь на ковер и объяснят, как я ошибаюсь. Шучу, конечно. Но я знаю, что, например, 20 лет назад мне бы объяснили. Меня радует прогресс. Ну, меня бы это не смутило, конечно. Но тогда я эти вещи не понимал однозначно. Поэтому говорю, потому что есть ощущение, что и сейчас не все понимают. Мы так привыкли думать, что вот эта парадигма, духовное решение материальных проблем у нас так укоренилась, что мы, ну вот представьте себе, допустим, мы поранили палец, да, и пытаемся эту проблему решить духовным путем. Погружаемся в нектар санкиртаны, поем там все, пытаемся забыть там боль, что там кровь хлещет, так. Ну, мы обо всем этом, в общем-то, без большого труда можем забыться в обществе преданных, погрузиться в киртан и так спокойно, благополучно оставить тело и направиться в духовный мир. Так, вот вся кровь вытекает, допустим, где-то есть дырочка, кровь вытекает. Есть такой вариант, правда? Но есть и другой вариант, эту дырочку заклеить сначала, наложить повязку и потом погрузиться в киртан. И тело оставлять не надо, и никому беспокойств нет, и лужи крови в храмовой комнате нет, никаких проблем. Вот недавно с Аверхотрой Прабу говорили, вспомнили молодость.
каком-то, наверное, 91-92 год, не помню, провел весь марафон санкиртаны. Ну, саньяса отпустил из BBT. Весь марафон санкиртаны провел в Питере. У меня были права, в отличие от многих брахмачари, и я возил всю группу на этом батончике, УАЗике, ну, этот микроавтобус. Там грузили тонну книг, хотя у него грузоподъемность 800 килограмм, грузили тонну книг, и, по-моему, впятером мы там колесили по всей области целый месяц. Экстатичное время, с тоской вспоминаю. И в какой-то вечер приехали довольно, ну, уже в такое время уже, то есть в декабре рано темнеет, уже стемнело, когда мы приехали в Выборг, и там была какая-то гостиница, в которой они всегда останавливались. Я Верхота Прабху, который был у нас лидер санкиртаны, говорит: слушай, может, поедем в эту гостиницу, застолбим место, разгрузимся, там вещи оставим, и тогда пойдем распространять. А мне казалось, что ну зачем на это время терять? Давай лучше прямо на санкиртану. Он этого не помнит. Но я помню, потому что это моя ошибка была. Я до сих пор помню, как я всех подвел. Мне казалось, что это ж материально, что там. Это Кришна позаботится. Мы лучше поехали на санкиртану. Ну, я как-то надавил там на всех. И, ну, не то, чтобы там нужно было много давить. Все и так были настроены. Ну, и поехали распространять. И вечером уже, там 10 часов вечера, приехали в эту гостиницу. Там не было места. И возникла проблема. Я не помню, как мы ее решили. Как-то куда-то нас там, по-моему, упекли. Но результат был такой, что на следующий день... Ну, санкиртанщики не были отдохнувшие, и это сказалось. Ну и вообще, потеряли куда больше времени, вместо того, чтобы поехать сразу. Ну, мы бы потеряли какое-то время, если, чтобы поехать туда сразу, но в этом варианте потеряли больше. То есть, хотелось как лучше, а получилось как всегда. Где-то тут здравый смысл нужен, похоже. У нас, похоже, без этого духовного решения материальных проблем, конечно, ни шагу. Но, то есть правильно, эта деменция, этот вектор в жизни должен быть. Но, похоже, мы порой возникает впечатление, что мы уже как-то слишком отклонились. Например, мы читаем Бхагаватам, да, как вот Махарадж Парикшит учится умирать. Я уже который раз об этом говорю, уже самому надоело. Махарадж Парикшит учится умирать. Но до того он научился жить. Так? И при том он хорошо научился жить. Не только его научили, не только тому, как заботиться о собственной семье, но как заботиться обо всем государстве. И в его государстве все были счастливы. И потом, в конце жизни, он стал учиться умирать. Но мы учимся умирать с самого начала. И детей тоже учим умирать. Еще... Им жить надо до того, как умирать, им еще 50-70 лет придется прожить. А как? Ну, никто особо не учит. Ну, не то, что никто, но, похоже, этой вот деменции нам недостаточно. Или тот же случай тоже упоминал, что беседа с Нарадой, с Вьясой, да, мы понимаем, что там обсуждаются такие возвышенные предметы. Но важный элемент и тот, что у Вьясадевы возникает какое-то чувство растерянности, какое-то непонимание, какой-то проблемы в его духовной жизни. И он еще не успевает
даже позвонить своему гуру, как гуру уже рядом с ним, готов ответить на все вопросы. И вот нам кажется, что и каждый этого хочет, но мы не понимаем, к примеру, давайте задумаемся над тем, как на эту связь и на эту возможность влияет такое материальное качество, как количество учеников на одного духовного учителя. Вот если их тысячи, то как это может реализоваться, сопоставив в той ситуации, когда у него может быть 10 учеников, ну или 100. Так? Это чисто материальные обстоятельства. А они могут повлиять на количество, скажем, о качестве не говорю, но на количество духовной заботы. Могут повлиять или нет, как вам кажется? Ну, качество, да, это такое неуловимое, такая вещь, трансцендентная. Но поскольку многие из нас, как ни странно, хотя в принципе не должны быть, но находится в материальном сознании. И вот это чувство человека, насколько о нем заботится, оно может складываться не только из трансцендентных отношений, ощущений трансцендентных, а также из вот таких вот материальных, бытовых. Речь, конечно, не о том, чтобы там обязательно это был гуру, чтобы обязательно там как-то что-то делать искусственно. Не обязательно должен появляться гуру, когда у тебя проблема духовной жизни. Но кто-то появляться должен. Это может быть друг, это может быть какой-то там другой преданный, который тебе помогает от нее избавиться. Это указывает какие-то пути решения. Это по-разному может решиться, но вот это ощущение, что о тебе заботится, оно должно быть похоже. И иногда для этого нужны какие-то, ну, материальные меры. Или, например, у нас вот после каждого серьезного снегопада у нас начинает капать. Так? Можно погрузиться в санкиртаны, в нектар, так сказать, харикатхи, и об этом забыть. Но можно ведро поставить, можно крышу починить. Ну, разные способы есть. И вот об одном таком аспекте, ну, я уже обещал, что сказать буду, попытаюсь поговорить, хотя с большой тревогой. Это, наверное, самая большая из всех ересей, которые когда-либо мне приходила в голову. Но это тоже один из таких подходов, который может помочь нам заткнуть какую-то дыру, возможно. Ну, не нам, тут скорее не нам. Речь идет о обществе вообще. Этим летом я приехал на фестиваль в Евпатории, и как назло, несколько матаджи, как назло, подходили с одним и тем же вопросом, одной и той же проблемой. Это то, что, ну, назовем это так, ненадежность мужиков, мужчин. Вот одна мне говорит, вот показывает своего мужа, который с ней развелся, женился на другой, развелся с той, опять женился на ней, потом ушел к третьей, а сейчас говорит, вот смотри, он уже с четвертой. Он там буквально на этом, так сказать, на фестивале. Ну, еще не вся, там кто-то там где-то завалялся, но, в принципе, вот уже четвертая, говорит. Так это официальные, с которыми он появляется в обществе преданных под руку. А сколько неофициальных, ну, двоюродных там, еще каких, кто знает.
Другая матаджи подходит и говорит, что вот у нас, например, там несколько матаджи таких одиноких, они открыли ашрам, сказать, ну, решили, что жить вместе будет проще, чем порознь. И их там несколько накопилось, около 8 или там 10, и практически ко всем приходили мужчины. Притом разные, то один, то другой. И притом это преданные и женатые, семейные люди. Вот такие вот вещи. Тут волосы дыбом встают, но не понимаешь, что происходит. Я не знаю, правда это, неправда. Не знаю. Но люди, которые мне это говорят, достаточно надежные. То есть у меня нет никаких, я их давно знаю, и никаких сомнений, у меня нет оснований сомневаться в том, что они говорят. И вот, ну, в прошлый раз мы говорили, да, о том, как легко решается, например, проблема с брахмачари, да, если прилагаешь семейные мерки, просто стараешься понять, как бы ты вел себя с брахмачари, если это был твой сын. Все становится ясно, как на ладони. Какая, в чем должна эта забота выражаться? Все понятно. Естественно, непонятно только одно. Если ты со своим сыном вот вел бы себя так, то почему с другими не так? Чем они хуже? Вот это непонятно. И вот я приехал на тот фестиваль убежденным моногамом. Я лично в своем отношении, я так, таким и остаюсь. Но я когда вот с этой меркой подошел к этой проблеме и стал ее мерить, говорю, возникли выводы, от которых своему великому удивлению, когда я попробовал представить свою дочь вот в положении таких одиноких матежи, я понял, что, в общем-то, выход-то, наверное, в том, что то есть надежных мужиков их, ну, просто так мало осталось, что, наверное, лучше, чтобы у них было несколько семей, скажем так, несколько жен, чем у ненадежных. То есть, если распределять, то лучше не демократически, не поровну, а наоборот. Кто надежен, пусть больше. А кто ненадежен, лучше ни одной. В чем одна из причин безответственности мужчин, доступности женщин. Так? Вот с этой не понравилось, полно. Бери, которую хочешь. Полно. То есть, часть этой проблемы – это отношение самой женщины. Если бы женщины были настолько солидарны, скажем так, что, ну, возник бы вот этот элемент культуры, то есть нетерпимости по отношению к тем, которые, скажем, бросили семью, так, и пошли к другой. Если бы эта другая сказала: дорогой, слушай, ну ты же семью бросил, ты меня также бросишь. Извини. Но это же не происходит, это наивная идея. Но, в принципе, в чем рациональное зерно? И Шрила Прабхупада об этом говорит. Он это объясняет. В чем рациональное зерно полигамического общества, которое традиционно было вот в ведической культуре, полигамное общество? Это то, что каждая женщина в обществе должна быть замужем. Тогда общество спокойное. Вот я это все
Это все у меня в голове прокрутилось, когда я представлял себя себе, с какими проблемами придется сталкиваться моей дочери, я все это, так сказать, понимал. Понемножку стало доходить. Естественно, в первую очередь я так попытался примерить вот этот ашрамный вариант, как для брахмачари, то есть какое-то там содержание, обеспечение. Смотрю, нет. И из опыта, и из разговоров с другими опытными преданными знаю. Наверное, для брахмачари это непонятно, но я с уверенностью могу говорить, что для девушки, для женщины недостаточно просто содержания. Ей нужна семья. Я не прав? Прав, да? Вот я долгое последнее время не знаю, как что происходит в России или в Москве, но в Литве видно, что одинокие женщины, даже преданные, они способны разваливать семьи. Притом не обязательно вот так вот прямым образом, но им настолько нужно присутствие, ну, какая-то семья вокруг себя, что они готовы даже чужую развалить, лишь бы она появилась у нее. Так если среди преданных вот такое происходит, что уж говорить об этих бедных, так называемых всеми нами горячо любимых карми. Естественно, тут проблемка. Шрила Прабхупада об этом говорит. Шрила Прабхупада, ну, в конце концов, у него весь спектр разных мнений, суждений о полигамии, и в том числе есть отрицательное, что это не для Кали-Юги, что Господь Рамачандра нам дал. Другой пример. Это правильно, с этим никто не спорит. Сейчас попробуй так жить, конечно, возникнут, ну, огромные проблемы. То есть проблема не решится, а еще усугубится. Полигамия – это не решение проблемы. Решение проблемы – это ответственные мужчины. Но в условиях их дефицита. То есть полигамия может сработать и наоборот. Если безответственный мужчина, эта возможность достается в руки, значит, проблема умножается в несколько раз. Так что это не решение как таковое. Так? Это палка о двух концах. Но тем не менее, вот какие-то, так сказать... Все равно, это долго у меня не выходило из головы, не выходит до сих пор. И все как-то пытаешься понять, где тут плюсы, где тут минусы, где, как может использоваться какие-то преимущества, чтобы компенсировались недостатки, и как это все вообще может работать. И единственная рабочая модель, которая возникает, в конце концов, это то, что в первую очередь самая большая проблема – на который меня Вадирадж Прабху подставил. Может быть, кто-то заметил в этом Дом Прабхупады, да, в этом журнальчике или в этой газете. Там он взял у меня интервью, и я опубликовал, и хотя я говорил несколько другую мысль, но она прозвучала именно так, что полигамия не нарушает супружескую верность, потому что она как бы дана Богом. Я с этим абсолютно не согласен. И такого я не говорил. Я наоборот говорил, что проблема как раз в том, где найти, как согласовать пакшу, пурва пакшу, тезис, антитезис, где найти саманвайю между
императивом супружеской верности, так, раз, это для нас принцип священный, неприкосновенный. И другой принцип – право каждой женщины на семью. Это право тоже у женщины в природе. Если она не видит перспектив, вот, начинают вот эти вот начинаются эти беспокойства. Она начинает покушаться на другую семью. Вот как между одним тезисом, тезисом и антитезом, антитезисом, где найти эту саманвою? Как их гармонизировать? Где этот выход? И выход представляется единственный. Он в том, чтобы, если кого-то это волнует, эту проблему может решить только сама женщина, только жена. Если она видит, что ее муж ответственен. Вот я мечтаю, я думаю, что реальные изменения в ходе, так сказать, развития нашей преступной цивилизации, калиюжной, наступит тогда, когда первая женщина, первая жена в истории человечества, последних времен, во всяком случае, скажет своему мужу: ты знаешь, дорогой, вот мы живем в каком-то достатке, мы уже в возрасте, там, дети у нас есть, все как бы нормально. Но смотри, вот мои сестры, там, ну, другие преданные, вот сколько их беззащитных вокруг нас. Может, возьмем хотя бы одну еще в свою семью? Ну, удочерим. Так? Вот мы представляли себе, как это выглядит. Удочерение брахмачари, прошу прощения, усыновление брахмачари. Это выглядит хорошо. Для грехаст это может быть вдохновляющим вариантом. Но, конечно, когда думаешь о удочерении взрослой женщины, это уже другие расы. Там удочерение, было бы наивно думать, что это произойдет удочерение. Скорее всего, произойдет уженение. Можно прогнозировать с большой долей вероятности. Ну вот, давай возьмем ее в семью. Ну, мы вдвоем, ну ничего, веселей. И втроем, может быть, когда-нибудь. Вот в этом уже не видно нарушения супружеской верности. Если сама женщина, сама жена об этом просит, то, ну, муж может с невероятным усилием воли переступить через, так сказать, свое категоричное «нет» и пойти жене навстречу. И общество этого уже не осудит. Никто, никому в голову не придет обвинять жену в многоженстве. Если она виновата, никто этого не осудит. Я говорю, это выводы, от которых волосы дыбом встают. Но, не знаю, вот... Я надеюсь, мне объяснят, как я ошибаюсь, как я неправ, как заблуждаюсь, тут ереси развожу. Но я честно, так сказать, делюсь с вами выводами, которые, по-моему, хотя не прямым образом, но не нарушают сиддханту. Соблюдают и святой вот этот принцип супружеской верности и другой принцип – право каждой женщины на свою семью. Иногда эти выводы, они бывают хитрыми, как, например, в этом случае с Ашватхамой, да, когда Господь Кришна требовал его отрубить ему голову, а Драупади просила оставить живых. И Арджуна, он как-то придумал нечто среднее, не то и не другое, и все остались довольны. Так что ну вот,
такие выводы напрашиваются. Перед отъездом Садху Махараджа, который как-то затронул семейную тему, тему отношений тоже, я подошел к нему вот с тем же, так сказать, негодованием, что вот у меня тут ереси, тараканы в голове, что ты об этом думаешь? И мы вспомнили, и спросил про одного нашего общего знакомого, старого преданного, который там у них в Томске живет. У него эта склонность проявлялась и раньше, но, говорит, сейчас у него несколько жен. Сколько он не сосчитал, я не знаю, пальцев не хватило или что, но, говорит, несколько жен. Но интересно то, что живут они мирно, все вместе, там несколько детей. И, в общем-то, живут спокойной жизнью, мирно. И он говорит, по-моему, вот это критерий. Ответственность мужчины, если мужчина ответственный, то вот это, в этом и проявится, что они будут довольны. Мне показался такой подход здравым. И несколько таким, он утешил меня чуть-чуть. Вот, так что... Вы уж не обессудьте, извините, что такие ереси говорю, но это к тому, что у меня ощущение, что здесь вот есть та дырочка, которую мы можем, можно пытаться заткнуть материальными способами. В духовном смысле все женщины знают, что хорошо и что плохо. Все преданные женщины знают, что хорошо и что плохо. Но почему-то, я о мужчинах не говорю, но от мужчин тут мало что зависит. Дать им какую-то волю вот в этом процессе, это пагубно. Тут не может разговора быть о каком-то участии мужчин. Это карты в руки только женщинам. Представляете себе женское общественное движение за право женщины, каждый, на семью. Это ж святое дело, это народ поднимется, стеной станет. Женщины отвоевали себе свободу. Вот эти вот движения суфражисток, движения за эмансипацию, они добились, потрясающе, они развалили свою жизнь за несколько там десятилетий или сотню лет. Им удалось сказать, ну, это оценочное суждение, это то есть относительно того, положительные эти изменения или отрицательные, это оценочное суждение. Прошу прощения, я от них воздержусь. Но то, что женщины могут добиться существенных изменений в обществе, это очевидно. Правда, вероятность того, что они вдруг этого захотят, замужние, ничтожно мала. Что этого захотят незамужние, велика. Но если во главе, там, так сказать, если не будет замужних во главе, это не будет иметь силы. Потому что нет элемента жертвенности. А вот где есть элемент жертвенности, там уже культура бхакти, там уже культура преданного служения, и, так сказать, там должно появиться и шакти вслед за бхакти. Да, вот извините, чувствую себя виновным, но с другой стороны, как бы... Да. Очень-очень маленький процент.
Может быть, не спорю. По-моему, это не принципиальный вопрос. Принципиальный вопрос, вот это принципиальные вопросы, связанные с ценностями. А вопрос благополучия, ну, это скорее техническая сторона. Еще вопрос, от чего это благополучие зависит. Например, в шастрах говорится, что процветает та семья, в которой супруги не воюют между собой, в которых единство. Так что, да. Обсудили. Да, обсудили. Я сказал, знаете, у меня такая идея странная возникла. Как вы считаете, такой вещь красивая? И первая реакция была, они же задыхались от возмущения. То есть, потом плелась такой поток у меня, например, в обратной связи, что я просто понял, что сама идея, она просто дурная, абсолютно, да? Но потом, когда мы тихо обсудили, вспомнили там какие-то там мусульманские страны, какие-то восточные, мы пришли к выводу, что тут важно именно мнение социума. То есть насколько социум воспринимает эти семьи, там, ну, полигамные, когда много жен, там, мужей, что это норма. Что ценность семьи не в том, чтобы, вот, если один мужчина, одна женщина, и они вместе, а то, чтобы, вот, как вы сказали, что мир там внутри есть, и они, ну, прогрессируют в полном развитии. То есть, в общем-то, вот если вот эту идею хотя бы в обществе преданных как-то так, ну, пахтать ее, или, ну, говорить, что это нормально, то вот, ну, у матрицы такой, ну, такая природа, что ей надо быть социально, ну, нормально. Ну, или социально, ну, так, что у нас все понятно. Если социум этого не приемлет, ну, женщина очень трудно пойти дальше. Ну вот это мой вклад, мой личный незначительный вклад в решение этой проблемы. Я, так сказать, я знаю, что некоторые меня там осудят, но вот эти шишки я готов на себя принять. Я знаю, что если какая-нибудь женщина в моей жизни, ну, из моих знакомых, поведет себя вот так, то есть, ну, я имею в виду замужняя, попросит своего мужа принять какую-то другую в нашу семью, я ее точно осуждать не буду. И наоборот. Моя личная позиция такая. Несмотря на то, что кто-то узрит в этом, может быть, какое-то отклонение. Но я лично считаю, что это было бы великим делом и путем хотя бы незначительным, но верно. Может, и не таким значительным, но шагом в верном направлении. Но, может, у самих Матаджи спросим, что они об этом думают? Ну, я думаю, что может возникнуть проблема, если вести вот понятие такой полигамности, и мужчина начнет думать, что если мы будем вводить это в общество, мужчина начнет как бы искать себе этим оправдание. Что это проблема, когда мужчина будет просто этим, не знаю, злоупотреблять. Злоупотреблять, да. Это тоже проблема, лично я не согласна с этим. Угу. Да. Как женщина. Если мы вводим такое как бы среднее какое-то понятие, то будет еще хуже хаос. Давайте сначала начнем проповедовать о этикете мужчины и женщины, этикетно. И о том, как мы будем жить. Да, дело за малым. Об этом мы проповедуем уже несколько десятков лет. Эффект пока значительный, не наблюдается. Семьи у нас разваливаются. Вот опять потому и говорю, что мы все смотрим на какие-то духовные причины, все как-то высоко метим. А причины могут быть очень материальные. Просто, ну, человеческая ненадежность. Мы еще людьми не стали, а уже, вот как Равиндра Сварупа Прабху выразился, мы сначала становимся великими преданными, а потом начинаем понимать, что нам еще людьми надо стать. Вот где наша беда,
что мы все на духовное, а нам пока еще мы из пеленок не выросли. И с этим я абсолютно согласен. Но, Матерь, понимаете, к чему это сводится? Что вы хотите сказать, что проблема кончится тогда, когда все мужчины станут ответственными. Правильно? Ну, правильно, да-да. Конечно, зачем тогда полигамия? Она отпадет само собой. Но как ступень к какому-то идеальному обществу, где все ответственны, как ступень, она может сгодиться. Вот я, по-моему, ни на одной лекции ни о чем другом не говорю, но это частный случай, я не спорю. Мне тоже кажется, что этого очень не хватает. Кришна Арджуну научил, как, выполняя свои семейные, общественные и разные другие обязанности, можно быть величайшим йогом, удовлетворить его. Кришна Арджуну этому научил. А нам пока этому научить не удается, но мы будем стараться. Это понемножку, это изменение в культуре, это быстро не произойдет. Но стараться будем. Не, а никто этого не... Тут, не знаю, меня в дрожь бросает от любой мысли о том, что кто-то, вот как говорят, ну когда же мы введем варнашрама или что-нибудь такое? Господи, упаси, чтобы мы начали что-то вводить. Господи, упаси. О каких-то административных мерах, каких-то там, так сказать, решениях сверху, разговор может и может быть, но не дай Бог. Вот представьте себе, в Двараке, да? Мы все это читали, все знаем. Вот в Двараке Господь Кришна въезжает в Двараку, его встречают проститутки, так? Вот если бы нам дали возможность управлять страной, что бы мы сделали с проститутками, объясните? Ну, в общем, куда-то, да? А Кришна, понимаете, что это означает? Дварака. Дварака и сейчас считается копией духовного мира. А в то время, когда там был сам Кришна, представляете, что это значит? Почему он с ними ничего не сделал? Это не кажется очень странным. Если во время присутствия Господа Кришны в Двараке, это же был духовный мир, реальный духовный мир, и там полно проституток. О чем это говорит? Вот мы бы их вывели, мы бы за, так сказать, за мораль, за здравую атмосферу в обществе. Мы бы вывели тут все, все скотобойни, там, все спиртовые заводы, всех проституток, мы бы все вывели. Дай нам власть только. Мы бы установили тут. Так что не дай Бог, не дай Бог. Если я правильно понимаю, о чем вы говорите, то... Тут речи о том, чтобы что-то устанавливать или что-то диктовать. Тут об этом речи нет. Тут вопрос о культуре. Вот как мы сами, своими глазами, в своей системе ценностей будем оценивать одно или другое явление. Только, я только об этом говорю.
Не о каких-то административных решениях, а только, я говорю только от себя. Я отвечаю только за, так сказать, то есть не надо думать, что я изрекаю какие-то там официальные точки зрения, ничего подобного. Но за то, что сказал, я готов отвечать. Лично я. Может, еще Матаджи что-нибудь скажет. Это редкий случай. Пожалуйста. Ну, к примеру, не обязательно. Вы знаете, я даже, не только даже, а я к Матаджи Анандине, ну, я пошел вообще ее навещать, но я ей уже сказал, что у меня есть еретические вопросы к ней, и я хочу с ней это тоже обсудить. Да, я согласен, что тут как раз-то нужен опыт и мудрость. Да, да, это очевидно. И опять же, всего лишь, ну, основной фактор – это желание. Если это желание будет. Можно несколько слов вот, защиту образования? Может. То, что было сказано буквально словом. Говорится, что мужчина, который прошел Ашу Брахмачари, будучи семейным человеком, может удовлетворять одной женщины. Если подобное образование было, то такого не будет. Да, так говорится. А практика показывает другое. Увы. Но будем, так сказать, надеяться на лучшее. Вадираш, что вы хотите? Я хотел поблагодарить вас за лекцию и хотел как-то некий щит поставить от шишек, которые на вас полетели. Да, возможно, что для меня, например. Я так и скажу. Претензии скажу, Вадираш. Вот эта солидарность, она меня вдохновляет. Да, потому что для меня эта лекция, в общем-то, не о моногамном или полигамном браке, это вторичное. Для меня эта лекция, и что очень важно, именно об ответственности и жертвенности. То есть для меня это главная тема, которую я здесь услышал, и то, без чего мы вообще ничего не сделаем. Моногамный, полигамный, не имеет абсолютно значения. Да. Мне кажется, что нужно, может, в будущем даже поговорить о том, что такое верность. Мы вообще часто странно понимаем. Поговорим. Вот мужчина, который жил с одной женщиной, оставил ее, и он стал брахмачари, он оставил ее с детьми, у нее не было других женщин, он говорил, брахмачари, что считается верным. Очень странно как-то, да? Он будет считаться верным, потому что... Да, поговорим. Вот. А потом... это очень странно будет, да? Другой, если он взял заботу еще одной женщины, он неверный, заботится о той, это очень, как бы, мне как-то не очень понятно. Вот, а потом по поводу, я хотел... Все поняли, да? Где тут, в чем идея? Ну да, да. Я оставляю жену с детьми на это самое, Бог знает как, и ухожу вашим, я верность оставляю, или я беру, допустим, заботу еще одной женщины, я неверный, вот это вот вопрос. Но дело не в этом. Я еще хотел реплику, по поводу реплики, девушке, она говорит, что вырасти в традиционных семьях, вырасти в традиционных. Я в свое время, пару лет назад, смотрел по украинскому каналу, ведущему, фильм замечательный про Арабские Эмираты, как там живут женщины-украинки, которые вышли замуж за арабов совместно. Это был часовой, удивительно интересный фильм, кстати, именно на эту тему. У них брали интервью. И, конечно, вопрос касался именно того, что у всех, у них почти потом появилась в семье, у мужа появилась вторая или даже третья жена. То есть они выходили замуж в Киеве, в Украине приезжали ребята, которые учились, брали их жены, привозили туда, через 2-3 года появлялись еще жены. И спрашивали, все они говорили, что для них сначала это был шок, это было странно,
Но потом они как-то привыкли, смирились, и нормально, они жили там нормально. То есть они говорят, да, в принципе, это не проблема. Они живут там в разных домах, если хотят, или в одном доме, они сами решают. И все один голос говорит, я никогда не оставлю это свое положение, потому что такой заботы, которую я получаю здесь, у меня не будет нигде в мире. Они это понимают. Нигде обо мне так не будут заботиться. И взял журналист, фильм был очень хороший, взял журналист интервью у местной девушки, которая выросла там в традиции, но она такая журналист эмансипирована, она говорит, ну ни в коем случае, об этом речи не может быть. То есть она выросла в этой исламской культуре. Но поскольку она заражена идеями уже как бы некими западными, вот, она говорила, это вообще не приемлемо, об этом даже слушать не хочу. Вот да, вот бывают даже такие вещи. Не, ну, да. Да. Ну да. Да, тут вот Раджа Прабху очень точно подметил, что тут дело, речь не идет о каком-то отвлеченном понятии как таковом, а речь идет о том, что мы сейчас имеем у себя. Мы у себя имеем большой процент полигамов. То есть полигамия у нас по факту есть. Притом она совершенно неприемлемая. Одну бросает, переходит к другой, возвращается, живет с несколькими, и они даже не знают об этом. Полигамия у нас есть. Теперешняя ситуация – это полигамия плюс обман. У нас сейчас полигамия плюс обман. И я с уверенностью утверждаю, да, лицемерие. С уверенностью утверждаю, что шаг вперед был бы полигамия минус обман. Хуже всего для нас это обман. Вот этому места в культуре Бхагаватам нету. Дхарма проджита кэта отра. Этот обман нужно выкинуть. Он из страниц Бхагаватам он выкинут. И мудрецы на протяжении вот тысячелетий хранят его таким, в таком чистом виде. Но у нас в жизни этого обмана, кайтова дхармы, еще достаточно. И это нужно выкинуть. Если для этого требуется как-то изменить свое отношение к полигамии, можно попытаться это сделать. Но выкинем вон. Полигамия сама по себе это меньший недостаток, чем обман. Вот этого не надо. Да. Только громче чуть-чуть. Я хотел бы процитировать его высказывание Бхакти Прамод Пури Махараджа. Он сказал, что любое насилие, любая дживахинса, не идет речь о вайшнавах, любое насилие в отношении к любому живому существу сводит на нет все плоды сада. Просто задуматься о том, что такое духовная жизнь, насколько это тонкое и возвышенное состояние, и потом понять, что какие-то материальные действия, если они имеют место быть, они могут уничтожить все усилия организма. То есть это вот относительно того, насколько мы должны обращать внимание на материальные аспекты. Да. Еще раз повторю. Любая дживахимса по отношению к любому живому существу может уничтожить все потенциалы. То есть это означает, что если мы это делаем, то у нас нет духовной жизни. То есть мы сажаем росток и тут же его уничтожаем. И вот если уж мы ставим перед собой такую возвышенную цель развития бхакти, а мы знаем, что такое бхакти. Бхакти это самое высшее, что может быть, если уж мы так делаем. Такую цель перед собой ставим, наверное, мы должны позаботиться о том, чтобы как-то создать условия для того, чтобы этот росток не был затоплен. Поэтому все эти вот моменты, которые... ну, понятно. Не слишком большое внимание уделяется в нашем обществе,
отношения, относиться к этому более серьезно и понимать, что то, что мы провозглашаем такую цель и называем себя вайшнавами и бхакти-йогами, это никоим образом не освобождает нас от ответственности. Да. И не защищает нас от последствий. Да, да. Да, в отличие от Арджуны, например, не всегда, да. То есть это путь подобен лезвию бритвы. Да. Да. Кшурася. Дхараништа дуратиря. Спасибо. Спасибо. Матаджи. Удочерить. Вполне может быть. Всякое может быть. Это лишь информация к размышлению. Но... Спасибо, Матаджи. Позвольте закончить. Меня уже обругают, наверное, 20 минут опаздываю. Гранта Радж Мадбхагатам Ки. Шрила Прабхупада Ки. Гаур Премананде. Слава всем собравшимся преданным. Харе Кришна. Это очень важно.